Здравствуйте! Сегодня я приготовлю очень вкусный, нежный и сочный завтрак, который готовится за считанные минуты. В миску вбиваем 4 яйца, добавляем 1/2 чайной ложки соли и 50 мл молока. Хорошо перемешать венчиком. На крупной терке натираем 70 грамм твердого сыра и измельчаем зелень. В сковородку выкладываем 20 грамм сливочного масла. Масло можно использовать любое, какое вы любите. Выливаем взбитые яйца, накрываем крышкой и на медленном огне жарим до румяности. По центру посыпаем сыр, накрываем крышкой и даем ему немного расплавиться. После того, как сыр немного растаял, заворачиваем края к центру. И омлет готов. Перекладываем на тарелку и сверху посыпаем зеленью. Вкусный завтрак готов. Он получается очень нежный, сочный и очень вкусный. Так что попробуйте приготовить. Готовится он очень быстро. Также подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх. А вам я желаю приятного аппетита и готовьте с удовольствием.